Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет на обзоре планшет Lenovo Tab M10 Full HD+, плюс Folio Case, это бесплатный чехол. Планшет я заказывал на сайте Розетка. Называется он Lenovo Tab M10 Full HD. На борту этой планшетки процессор MediaTek Helio P22 Tab с частотой 2,3 ГГц, имеет процессор 8 ядер. Дисплей 10 дюймов IPS, и на борту у него есть Android 10. Так что в этом видео посмотрим, что внутри, и поехали. Итак, начинаем. Вот планшет Lenovo. Сейчас мы откроем коробочку и посмотрим на комплектацию этого планшета. Планшет имеет 4 гигабайта оперативки, есть разные версии на 64, 128. Этот планшет у меня без 4G, но есть планшеты и с 4G. Вот посмотрите, такой кейс, он такой тканевый, фирменный, с надписью Lenovo. Внутри еще лежит защитная пленочка в комплекте, так что можно наклеить. Есть салфетка, ну все здесь описано, как клеить, как все надо, как все работает. Кейс такой очень хороший, качественный. Пластиковая коробочка такая отличная. Хороший кейс, он очень неплохой. Так что покупать не надо, и это плюс, что с этой моделью идет как бы подарок кейс, защитный чехол. Так, сейчас дальше посмотрим дальше, какая у нас комплектация. Открываем, внутри у нас идет комплектация такая скрепочка. Здесь планшет поддерживает карты памяти до 256 гигабайт, так что кому мало памяти, можно добавить. Ну и здесь во втором отсеке у нас идет зарядки, кабель такой уже современный Type-C. Это очень хорошо, большой плюс для планшета, потому что, ну, сейчас уже много устройств с этим. Будет быстрая зарядка, файлы будут быстро передаваться на компьютер, на ноутбук. Вот. Так что это большой плюс, что здесь USB Type-C кабель. Ну и он очень как бы удобный. Ну и идет такое зарядное устройство. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. Ну вот и все, что идет у нас в комплектации. Ну и сейчас возьмем сам планшет. Планшет такой с экраном 10,3 дюйма. Здесь сейчас мы откроем, посмотрим. Он такой, сам корпус металлический, цвет такой металлик. Здесь все надписи, которые надо. Такой тяжеловатый. Стекла так тоже такие неплохие. Вот здесь все надписи о процессорах, о там всем. Такие здесь есть выходы. Здесь есть качелька громкости, кнопка включения, микрофоны, лоток под карту. Динамик. Здесь два динамика. Выход Type-C. Вот под док-станцию выходы тоже есть. Если кому надо, приобретете, можно тоже ставить. Выход под наушники. И два динамика под стереозвук. Здесь встроенный Dolby Atmos звук, так что звук в этого планшета очень неплохой. Сейчас мы включим и посмотрим, вот как он включается. Экран очень, уже сразу вижу, очень хороший. Надписи Lenovo, на борту Android 10. Приходят постоянно обновления, так что он обновляется. Это очень большой плюс. Мало устройств сейчас приходят с обновлением, но вот на этот планшет обновление стабильно приходит. У меня уже 2-3 обновления за 2 недели пользования уже прилетало. Ну, посмотрим, какое у него меню и какие встроенные программы. Здесь он прекрасно работает с Play Market. Можно скачивать любые приложения, любые игры. Вот настройки экрана, вот видите, здесь можно яркость, есть адаптивная регулировка яркости, вот видите, если полностью убирать, тухнет, и на всю яркость. И можно выставить адаптивную регулировку, есть ночной режим, тоже можно выставить, ведь по расписанию от заката до рассвета, как говорится, или свое расписание выставить, и планшет переходит в более удобный для глаз черный цвет. Так что
тоже можно это все настроить, это все посмотреть. Ну, каждый, как говорится, под себя настроит, кто как любит. Здесь есть, можно выбрать стиль рабочего стола, вот такие там плиточки, как кому нравится тоже. Навигация тоже есть разные режимы, три кнопки, режим жестов. Здесь четыре вида, ну тоже кто как привык, кто привык с кнопками, кто привык без кнопок, тоже каждый под себя настраивает, каждому как надо. Здесь все показано, как, что можете себе переключить. Дальше вот есть цветовой режим, стандартный яркий тоже можете выставить. Есть теплый, холодный цвет, тоже все под себя. Или можно поставить авто и стандартный. Ну тоже каждый кто как любит, кому как приятнее глазу. Адаптивную яркость можно включать. Тоже можно выставить обои. Тоже, ну, экран можно настраивать, только нужно лазить все и настраивать, кому как удобно. Настройки звука здесь тоже есть, как бы специальная программа для звука, можно подстраивать под фильмы, под игры, под либо что, потому что здесь стереовой звук, звук отличный для просмотра фильма, например, если смотреть, звук мне очень понравился в этом планшете, так что тоже можете понастраивать звуки. Как говорится, полдня уйдет только на настройки. Ну, можно и стандартные настройки, тоже они неплохие. Но если чего-то не хватает под себя, все, как говорится, можно подкрутить, подладить. Так, что здесь еще у нас в настройках есть? Так, сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Режим конфиденциальность можно настроить, местоположение. Ну вот видите, вы можете почитать, здесь очень много всяких режимов. Вот еще режим максимальной концентрации есть режим, чтобы вас не отвлекало. Вот память, у меня планшетка на 64 гигабайта, вот видите, сколько занято. Есть очистка памяти. Если что-то лишнее, можно поудалять, чтобы, ну, 64 гигабайта в наше время, ну, что, можно сказать, нормально. Среднее, как говорится. Вот, как видим, пришло обновление на планшет. Можно обновлять по помощи Wi-Fi, но, ну, я уже говорил, что много и приходит обновлений, ну вот видите, оно уже загружается. Сейчас посмотрим, подождем, пока оно загрузится, обновим этот планшет и посмотрим, что будет дальше. Планшетом я очень доволен, пробовал разные игры, хорошо тянет и удобно смотреть фильмы из YouTube. И использовал Sweet TV, я дальше покажу, как оно все работает. Вот планшет обновился, сейчас идет перезагрузка, вот он перезагрузился. И установились новые обновления на этот планшет. И будем его дальше сейчас тестировать, сейчас он включится. Планшет очень такой, хоть и 10 дюймов, но он удобный. Солидности придает металлический корпус. А чехол — это вообще большой плюс. Так что... заходим дальше в настройки. Так, посмотрим, что мы еще не успели в настройках посмотреть. Вот так. Вот видите, какое меню здесь очень много. Есть безопасность. Можно выставить защиту планшета через графический ключ, через пароли. Есть и Face ID. Можно защитить планшет с помощью, можно сфотографировать свое лицо, и планшет будет включаться на лицо. Но камера здесь фронтальная 5 мегапикселей, не знаю, какого качества получится селфи фото. Ну, в принципе, можно, кому надо, выставить. Ну вот, посмотрим по меню. Вот видите, здесь выведено все настройки. Сейчас посмотрим, видите, сколько приложений установленных уже есть. Сейчас мы что-то поклацаем, посмотрим, что мы, ну, посмотрим, например, на Sweet TV, как работают фильмы.
Запускаем это приложение. Я уже с VTV делал обзор. Сервис очень я вам рекомендую. Вверху можете посмотреть видео об полном обзоре этого сервиса. Ну, сейчас посмотрим. Так, запускается SweetTV. И вот видите, сколько фильмов, сколько передач. Ну, сейчас, я думаю, наверное, запустим какой-нибудь телеканал. Посмотрим, как он идет. Ну, давайте вот этот включим. И посмотрим. Так, включаем вот этот. И вот пошло. Ну, видите, идет. Звук неплохой. Стереозвук, хорошие переходы. Ну, мне очень нравится. Переключается канал, это уже очень быстро, очень хорошо. Ну, вот. Идет картинка очень неплохая, мне нравится. Дисплей Full HD. Так что... очень красивая, сочная, красочная картинка. Каналы тоже идут хорошо, все, ну, неплохо. Так, ну, давайте посмотрим, наверное, запустим еще какой-нибудь фильм. Посмотрите, как идет фильм. Нажимаем выход с этого меню, где телеканалы. Сейчас выберем какой-нибудь интересный фильм. Давайте вот этот посмотрим. Нажимаем смотреть. И пошел фильмец. Так. Такая заставка SweetTV. Так. Ну. Идет онлайн фильм. Уже пошел. Сейчас переворачиваем планшет, чтобы на весь экран. И вот здесь можно перематывать туда-сюда. Звук вообще обалденный. Колонки... не колонки, два динамика. Стереозвук. Да, чувствуется это, конечно, на планшете. После телефона звук вообще обалденный. Обалденный и обалденно. Так, ну вот. Картинка фильма тоже великолепная. Очень хорошая картиночка. Давайте дальше посмотрим, что мы еще. Ну, что мы еще сейчас запустим? Давайте запустим, наверное, может, какую-то игрушку посмотрим. Давайте Асфальт 8. Многие тестируют. Так, и вот, нажал, сразу запускается эта игрушка. Всем привычная. Ну, скажу вам наперед, Асфальт 8 идет, нечего делать на этой планшетке. Все летает, не лагает, не виснет. Мне очень понравилось. Ну, сейчас я немножко включу. Посмотрите, как оно все идет. Так, запускаем игру. Давайте вот эту карту. Далее. Начинаем гонку. И поехали кататься. Звук классный, мне вообще нравится. Вот эти переходы, такой обалденный звук. Ну, неплохой планшет за свои деньги. Хорошая штучка. Тем более плюс можно поставить разных куча и приложений и для учебы, и для игр, и для отдыха, и для, ну, получше, конечно, телефона из-за своего экрана. Так что, как говорится, планшеты зажили второй жизнью. Так, вот, запускаем игру и поехали. Ну, гонщик, конечно, с меня такой не идеальный, но катаюсь как могу. Thank you.
Так, ну что, сейчас запустим еще такую игру, вот это Багиарина, она тоже очень красочная. Посмотрим, как она работает. Там запускается игрушка. Ну, пока подключится с интернета, там что-то какие-то файлы подкачает. И запустится сама игра. Там все, игра включилась. Давайте выберем какой-нибудь бой. И посмотрим, как оно идет. Идет игрушка, все прекрасно. Ну что, теперь потестируем камеру. Камера здесь 8 мегапикселей, но как уже проверялось, камера вполне для планшета нормально. Но, ну, я думаю, планшет это вам не фотоаппарат, так что, ну, иногда что-нибудь щелкнуть в принципе можно. Фронталка 5 мегапикселей, основная камера 8. Есть съемка видео. Сейчас мы что-нибудь сфоткаем. Сейчас положим вот этот. Посмотрим, как считаются надписи. Сейчас мы его клацнем, сфоткаем. Так, вот сфотографировали. Увеличиваем. Вот видите, все вполне читается. Качество фотографии, ну, отличное. Мне, например, понравилось. Даже есть получше, чем на многих телефонах. Ну и вот съемка видео. Немножко поснимаем, как видео. Ну, видео тоже снимает неплохо, отлично. Так что можно и снимать, и фотографировать. Вот посмотрите, идет уже в записи видео. Вполне, ну, неплохо пишет. Я говорю, как намного лучше некоторых китайских телефонов. А это планшет, который вообще не для съемок. Вот какие настройки у нас камеры, видите. Переключать, какой формат вам удобно. Настройка видео 720p, 1080p, ну и другие настройки тоже, как говорится, можно все настроить под себя. Вот такой планшетик могу вам посоветовать. Брал я его на розетке, ссылочку на него я оставлю внизу, посмотрите. Ну и всем пока-пока.